Главный вопрос – это права труднодоступных и сельских территорий, соблюдение прав. Конечно, он очень актуальный, особенно для нашей республики. У нас 55% находится в сельском населенных пунктах. И очень важно, чтобы до каждого человека, находящегося в труднодоступных сельских территориях, чтобы права соблюдались. И тут я хочу отметить, очень важна информированность граждан о тех программах, которые сегодня существуют. Мы недавно провели съезд представительных органов муниципальных образований, где также рекомендовали своим коллегам именно заниматься на местах людьми, соблюдение их прав. Разговор у нас шел о дополнительных мерах поддержки участников и семьи участников СВО для того, чтобы в первоочередном порядке соблюдались, реализовывались. И еще раз хочу повторить, самое главное, чтобы закон и законные возможности доходили до каждого человека, где бы он ни находился. Мы живем в одном правовом пространстве, поэтому мы все граждане одной страны, и право пользоваться законными правами, конечно, есть у каждого, где бы он ни находился, в каком бы населенном пункте.